Сегодня мы пришли к дому министерств с родителями для того, чтобы зайти в 16-й подъезд, в администрацию президента и переговорить по вчерашней встрече. К нам на связь, на встречу вышел человек, сказал о том, что нам, родительской общественности, нужно написать обращение на имя президента по данному вопросу. Мы все-таки надеемся, что наш президент услышит чаяние народа, сам лично ознакомится с этим законопроектом, а также с теми нормами, которые представляют опасность для казахстанской семьи. Мы немного расстроены, потому что когда с нами на связь вышла Жанна Асанова, у нас была надежда на то, что все-таки обсуждение будет и что депутат Сената заинтересован. Но, к сожалению, получилось так, как вы вчера видели, да, в наших прямых эфирах, в наших видеозаписях. Уважаемые коллеги, продолжаем наше заседание. Мы уже встретились с несколькими целевыми группами, представителями общественности. Вот сейчас должны были подойти представители общественного объединения «Союз родителей». Но по непонятным нам причинам они не хотят заходить. Вот уже сколько полчаса, да, времени прошло. Ждем. Поэтому я предлагаю продолжить наше рабочее заседание. Предложения, ранее предоставленные Союзом родителей, вам были розданы. Мы, наверное, изучили. Давайте продолжим обсуждение. Плюс еще те предложения, которые к нам поступили от других правозащитников и экспертных организаций. Есть вопросы? Честно, я не знаю, почему они не заходят. Мы неоднократно к ним выходили. Наши сотрудники. Что они сказали? Пускай начинают без нас, сказали. Ну, да, они мне то же самое сказали. Я вышла и... В общем, требуют, чтобы мы вышли на улицу. Но поскольку у нас рабочая группа, здесь присутствуют все госорганы, да, пришли? Рабочая группа вас ждет. Мы все собрались в полном составе. К сожалению, есть правила здания, у нас даже государственные органы без телефона. Поэтому или вы заходите, мы обсудим, или у нас не будет рабочей группы. Мы все ждем. Вот, давайте пройдем в то помещение, где вы собираетесь. Мы ждем вас. У нас по нашим внутренним правилам рабочее заседание проходит. Мы можем пройти. Пожалуйста, я вас жду. Или кресло. Пойдемте туда. 27 марта.